Ладно, хватит про водопад, идем купаться. Идем купаться. Здесь есть такая ванна одна большая. В нее я как-то плюхался. Есть видео. Главное добраться без этих, без эксцессов, да? Ну вот, мы с вами посмотрели этот водопад, теперь мы пойдем по этому ручью, по диким-придиким джунглям, немножечко вверх по течению пройдемся по этой речке с вами, до одного места, где есть такая ванна, бассейн, где я смогу искупаться, ну и Злата тоже сможет, а вы посмотрите, а заодно вы можете посмотреть, пока мы идем, какая здесь красота. Вот так вот ручьи льются мимо деревьев, между камней. Очень красиво. Это все так растекается, журчит, все прохладно. Злата сходила, сумку взяла с едой. Наверное, хочет кушать. Ну, может, мы и перекусим здесь. На природе. Отсюда, с этой стороны, можно подняться на Салакпет тоже. Можно даже прямо по ручью подняться. Мы один раз уже так сходили. Практически дошли до самой верхушки. И вернулись обратно. Ну, Злата это маленькая была. Она немножко устала, и тайка на середине дороги остановилась, сказала, дальше я с вами не пойду, и осталось нас ждать. Поэтому мы так быстренько пробежали, сколько могли, там дальше. Самый подъем остался. Листья такие, много листьев, и непонятно, в этих листьях могли быть черные скорпионы, змеи. Я не рискнул с маленьким ребенком. А сейчас бы мы, наверное, бы сходили бы со Златкой. На Салакпет. Ну, мы пойдем на Салакпет с вами, сходим с другой стороны. Возьмем с собой нашего друга Чече и пойдем. Красотища! В Таиланде, я вам скажу, не так уж и много таких красивых мест, где вот так вот можно идти, идти и не встретить признаков человека. Ни одной
пластиковой какой-то штучки. Ни единой. Мусор отсутствует полностью. Ну какая красота здесь, смотрите. Это кадры просто уникальные. Это я вам 3 года назад говорил, что скоро вообще сюда будет не попасть, вообще не будут пускать людей. И точно, сейчас под большим-большим штрафом сюда поход. И если у вас нету знакомых здесь, в Таиланде, то можно втереться на этот штраф очень даже легко. Рейнджеры здесь ходят, патрулируют эти места, следят. Злата, оставь веревку хотя бы. Не-не, веревку оставляй спокойно. Клади здесь, никто не заберет. Здесь никого нет. Можешь не волноваться. Вот, еще чуть-чуть поднимемся по этому каскаду наверх, и там будет дальше. Вот мы и пришли. А? Как оно вам? Нравится? Помнишь это место? Да.
тайские муравьи счастливые. Живут себе в Таиланде. Эй, муравьи, вы счастливы или нет? Чувствуете себя счастливыми, живя в Таиланде? Они через речку перебираются, у них там... Там они работают, а там они живут. А те, которые живут там, работают там. Ну вот, заканчивается наше путешествие на этот водопад. Я надеюсь, что вам понравилось. Скоро пойдем еще на один водопад, посмотрите еще один красивый водопад, который также не нанесен на карты. На картах нет этого водопада, он не нанесен на карты, его нет. Он отсутствует, этот водопад. Нету даже в нашей секретной программе, которая путеводитель дорожки всякие, маршруты показывает. Нету сюда тропы и нету этого водопада. Не нанесены нигде. Ну что, покажу вам еще раз этот захватывающий вид. И пойдем мы по джунглям. Мы не будем спускаться. Мы сразу же пойдем. Опасно этот участок обходить как можно дальше, чтобы случайно здесь не погибнуть.